Михаил, 10 лет, я помню, 10 лет назад нашу знаменательную встречу в Вильнюсе в саду президентуры президента Вальдеса Адамкуса. Рядом был Борис Брудный. Вы говорили о демократическом будущем России, и вы тогда сказали знаменательные слова, что если в России один человек займет господствующее место, не будет демократии в вашей стране. Так потому вы сказали, что вы пытаетесь помочь всем демократическим силам. Я помню наш разговор, был солнечный день. К сожалению, у вас уменьшилось возможности видеть солнце и небо над вашей головой. Мы все много лет думаем о вас, о ваших потугах, сделать возможность для всех иметь свое мнение и свои взгляды, разные взгляды на будущее России. Вы представляли Россию как неимпериалистическую страну, которая не будет угрожать своим соседям и будет мирно соучаствовать в союзе с другими демократическими странами. Мы помним вас и считаем дни до того мгновения, когда вы станете свободным. И вы видите за вашими плечами люди на Болотной, и все более большие круги российской интеллигенции и простых русских людей помнят о вас и помнят о своем долге перед свободой. Свобода не за горами. Держитесь. Мы все тут, в Совете Европы, помним вас. И сегодня многие люди поднимали руки в нашей фракции за то, чтобы разослать всем письмо от нашей фракции, вспоминая о вашем мужестве и подставляя вам плечо. Всего наилучшего. Увидимся. Очень скоро. На свободе. Пока.